Всем привет! Теперь я понимаю тех, кто жаловался на плохую дождливую погоду. Эта климатическая депрессия пришла к нам, а мы-то жаловались, что плохо жарко. Вот когда дождь, вот это плохо. Не выйти обработать томаты, не ничего прорыхлить. Такая погода чревата тем, что томаты постоянно поливаются. Они сейчас будут как расти, как на дрожжах. У них будут жирные пасынки, они будут здоровые такие, мясистые. Но для цветения это, конечно, плохо. Многие люди уже жалуются, что у них или плохо завязи завязывают, или семена отваливаются томатиков. Вот сегодня как раз я записала видео о том, что нужно обрабатывать бором. Но в такую дождливую погоду даже обработки невозможны. Какие тут опрыскивания, когда тут же все смоет. Я сегодня сама собиралась вечером обработать и записать на видео, как это делается. Но на улице обработать не придется, не удастся вернее. Буду обрабатывать в теплице. Второй день льет дождь, то проливной, то моросит, то опять прекратится, то снова льет. Пантик. Бедный Пантик не знает, как ко мне подобраться. Пантик, дождик, иди домой. Вот такая погода пришла в Алтайский край после изнурительной 40-градусной жары, которая держалась не одну неделю. К нам пришел дождь. Первые дни мы радовались, а теперь затосковали. Работать невозможно. Я не знаю, что делать. В грязи копаться тоже не хочется. Нужно обрабатывать, все обрезать, подвязывать. Дождик не дает. Ой-ой-ой. До свидания. Показала вам, какой у нас дождь. Как я понимаю тех, у кого пасмурная погода? Тоскливо! Отважная кошка все-таки пошла в огород. Коша, даже я не иду, успокойся. До свидания.